Всем привет, с вами Срок. Я, как обычно, начал играть в новую металлическую игру. Это Pro Evolution Soccer 2009. Я так подумал, думаю, дойду уже путь чемпионов идет до конца, либо в 1/8, либо в летней группе. Очень много не играл. Но просто я играю в игры, наконец, для Сванта, там. Чтобы не забывали про такие прекрасные игры. Матч против Панатинаикос, даже четвертый матч, первый матч проиграл Панатинаикос, 0-1. Витя поменял немного составчик свой в нападении, по защите. Так, Фондервард, Гутинга, ага. Да, у меня травмированный. Шнейдер. Кто начнем этим составом? Погнали. Первое, значит, разыграть Панатинаикос. Нужно вам на втором очередь на выиграть. Нужно. Просто нужно катать. И все. Ай. Фух, собрались на риски, да, собрались. Players on both sides understand their responsibilities. They know what they need to do. Так, тут Карагунис, Карагунис по флангу. Тонус твоя, так, пенальти не будет Пеппы. Сыграл на удивление чисто. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, вылезли. Андервард. Ай-яй-яй. Рауль не понял ограбление. Так, может быть, опасно. Рабиня, матч издалеку. Чикберта сила нет. Маларс тащит. Рабиня. Понять его в рот. Ай-яй-яй. Штрафного не будет. Будет контратака. Толпингидис. Против Марсела. Толпингидис пытается на скорости. Ой-ой-ой. Уходит. Класс на месте. Класс. Ай-яй-яй. Робин. Робин забирает за мяч. Теперь Робин забирает мяч. Андервард. Сам по флангу двигает Андервард. Класс на Робини. Робини убрал. Бей. Опять вратарь. Подача в Андерварда. Не будет удара. Выносит, выносит защитки мяч. Далеко Пепе. Бесстрашный Пепе. Рабинья. Скорости, пася. И давай так. Предыдущий матч. Нет. Рауль. Пас куда? В никуда. Рабиня. Рабиня двигает сам. Рабиня бьет! Кто за зверь стоит в воротах? Кто за зверь? Ладно, подаем. Подача. Удара не будет. Яра. Ой-ой-ой, яра, яра. Что за дичь они говорят? Рауль. Точный пас у Панатинаикоса. Ну бежите, если при этом закончим. Второй начинаем без замен. Андервард. Андервард. Робин. Рауль. Вандервард. Ай-яй-яй-яй-яй.
Андервард, сам. Штрафного не будет. Не будет штрафного. Вдвоем пошли. Опасно, коровы нету, не догоняют. Так, может быть опасненько. Как перед собой? Касильяс, иди в жопу. Иди просто в жопу. Рак ты какой-то. Пиздец, один удар. Два удара, один гол. We've seen some resolute defense today from both sides, but they kept plugging away, and all that pressure has paid off. Ребят, вы пока не смотрели, я сделал камбэк 1-2. Рауль скинул двушку. Последние минуты напряженного матча. Пас на Рауля. И Крестовина. И конец. Да что, камбэк есть. До следующего выпуска, следующий матч опять на выезде. Или с собой, или в спорте. Так что, я уверен, что вам понравилось это видео. Ставь большущий палец вверх. Всем пока, с вами был Срок.